Действительно, без женщин нельзя жить на свете. Но, конечно, некоторым мужчинам это утверждение кажется легкомысленным, серьезным. Дорогие мужчины, не спешите с выводами. Если вдуматься, то к этой фразе больше ничего добавить нельзя. Нельзя жить. И те мужчины, которые ищут этому какие-то доказательства, расплачиваются за это горьким одиночеством. Так что, дорогие мужчины, этот вопрос решен раз и навсегда. Другой вопрос. Кто же такая современная женщина? Вот здесь даже самые крупные ученые мужские умы заходят в тупик. Не помогают эту загадку природы объяснить ни тесты, ни анонимные анкеты, ни конкурс «А ну-ка, девушки».